Здравствуйте, товарищи. Да-да-да-да-да. Мы вышли в прошлый раз. Теперь придется заново проходить. Какие знатные, симпатично все. Ух ты. Заброшенный командный центр. Прямо сюда пошли. А то будет нехорошо. Зачем эти контакты к такому сделали, если у них ничего нет? Что было? Не сделать это, как в ящички здесь с каким-нибудь оборудованием. Хрен, почему она показывает нам что-то не то? Почему нам туда надо? Там ничего нет. В общем, я окончательно и бесповоротно заплутал. Российское федеральное бюро аэронавтики со спальным местом.
точку какую-то, а без нее не запускается другая задача. Опять немного, а толку ноль. Черт, нам опять туда возвращаться. Черт. Нужно было открыть. Хренатень. Березка. Похоже, березка. Так, чтобы увидеть текущую цель. Задача для ранга стража. Авангард. Выполните поручение нового света. Возрождение стража. Поручение. Возрождение стража. Еще два раза написюкали. Наш человек. То бросить гранату С. С. Гранату бросить надо. С. Всегда граната была Г. Оно же G. Оно же. Thank you.
кладбище самолетов. Самосадик я садила. Ой, почему-то вышел из экрана. Из экрана игры вышел. Почему, непонятно. Загрузают. Кровь моей горячей, как искры вспыхнут в тумане ночи.
что такое? Ой. Черт, опять вышел машина из игры. Чего там происходит, непонятно. А там что такое? Интересно.
тяжелой щукой. Щука лучше, чем тяжелая щука. А можно попробовать. Да, здесь просто пулемет. А там... гранатомет. Жаль, что здесь не рисовали. Рисовали, жаль, здесь эти штуки. Здесь не рисовали. Не рисовали. Ну что ж такое-то? Жаль, что здесь не рисовали какие-нибудь штучки симпатичные, броней и всякой всячины. Оружие, броня какая-нибудь. А то мы ползаем, ползаем по карте без всякого. Без всякого аппетита. Уходит из экрана игры, выходит, когда упираюсь в эту самую физиономию свою, когда курсор попадает в мою физиономию, тогда выхожу, управление теряю.
точки должны взрываться. А вот так, мне кажется. Здесь на меня какая-то хрень напала в прошлый раз. Здесь какие-то пауки на нас напали. Видите, это самая паучья. В прошлый раз они нас стебанули еще, и еще мы вышли из игры, потому что на физиономию свою наткнулись курсором, и было хреново, и эта штука за... А, чего-то нашел. Панацея Хирона, нагрудник. О. Ну, хоть так. Панацея Хирона. Так, где там? Ага. Здесь еще девушка какая-то нас встретила. И в гроб сходя. Благословила. Ой.
осмотреть. Шоу, прости, мы опоздали. Поговорить шоу. Окончание миссии. Осталось 14 секунд. Там нам совсем немножко оставалось, а мы вышли из игры и весь прогресс потеряли в прошлый раз. 35 минут в прошлый раз занимались здесь. А теперь 40. Мы еще ездили неизвестно куда, неизвестно зачем. И чего это? Ой. Так. Рано, что она не взорвалась. Так. А, все, конечно, замечательно. Но как нам туда попасть? Понятно. Не понятно. А, журнал. Выполните получение нового света. Возрождение стража. Задача для ранга стража. Режим навигации. Лунный комплекс. Вернуться на орбиту. Консоль навигации. Текстовый чат. Так. Российское федеральное бюро аэронавтики.
Да что за хрень? Берег. А это что? Возрождение стража. Повышайте ранг стража. Поручение. Ничего не понимаю. Как туда пройти? Зараза. В прошлый раз я его угробил в ближнем бою. Для того, чтобы убивать в ближнем бою, нужно подойти. А как я подойду? Так и подумал, что угроблю сам себя. Так. Потому что эта хрень не пролетит сквозь решетку. А еще что там есть? Thank you.
Часы закончились. Ух ты, угроза из автомата. Но он так же быстро возвращается, как он. Зараза. Супер заряд. Ага, это его подобрать там надо. А как я подберу? Как я эту хрень подберу? Это издевательство просто какое-то. Так, если это какого? А если С? Оптимистической ноте мы заканчиваем наше повествование. Что-то пошло не так, мягко говоря. Всем привет.